Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания. Сегодня у нас видеообзор на вот такие вот влажные салфетки Аура, купленные в фикс прайсе. Их здесь 200 штук, куплены за 55 рублей. То есть до этого у меня был обзор тоже салфеток из фикс прайса, там было 180 штук за 55 рублей, а здесь уже 200, это новинка, появились недавно. Также они подходят для дачи, в поход, в офис, в дороге, для всей семьи, ну и так далее. Состав. Кому интересно, нажмите сейчас стоп и почитайте. Здесь должен быть состав. Так, также тут картинка, как все происходит. Открываете, достаете, закрываете. А, штрих-код. Сейчас стали делать штрих-коды довольно красивые. Сердечки, да, человечки, сердечки. Приятно, радует. Единственное, мне не понравилась эта упаковка. Она какая-то холодная, такая мрачная. Что-то здесь, мне кажется, розовые цветочки какие-нибудь добавить бы. Больше было похоже, когда я ее брала, как будто это салфетки какие-то технические, какие-то для протирки труб там каких-нибудь, там что-то такого. Но не для всей семьи, точно. Даже для всех типов кожи они. Она. Отлично очищают. О, высокая прочность салфетки. Но сейчас мы проверим с вами прочность. Так, открывается. Спасибо, что вы выбрали нас. Здесь наклеечка. Сразу понятно, что она, что ее, вернее, никто не вскрывал. Так, угу. Вскрываем. Можно приклеить тут. Так, зацепляем. Ой, что-то они мальбала. Маленькие что-то какие. Ба! Малюсенькие какие, батюшки. Маленькие с рисунком. Так, наверное, видно. Рисунок и аромат. Ну, аромат обыкновенных салфеток. Даже чем-то похож на те салфетки, обзор которых я делала. Где-то местами даже вот дырочки есть, дырявые. Рисунок не очень получился. Ну, качество, конечно, оставляет желать лучшего. Они действительно прочные. Да, они очень, кстати, прочные. Такие вообще, смотрите, они классные, такие прочные. Прочные вообще просто нереально какие. Вот так вот не рвется, а вот там рвется. Ну да, прочно. Если другую салфетку там, вот ту салфетку, которую я показывала, вам ее реально было вытянуть. Есть даже некоторые такие салфетки, допустим, в обыкновенных магазинах, но самые-самые дешевые, которые реально салфетку вытянуть там до 15-20 сантиметров. То есть ее реально оттянуть. Когда там едешь 3 часа в электричке, нечем заняться, то я вытягивала салфетки, из них мастерила всякие игрушки. Потому что реально скучно. Вот. Ну, тут реально она просто рвется. Вот здесь и написано, что она прочная. Ну, я думаю, по этому рисунку не видно, что она будет прочная. Я бы вам, конечно, показала ту салфетку, которая делала обзор. Но, к сожалению, у меня ее нету, уже они кончились давно. Но она рвется, это плохо. По идее, они должны растягиваться. То есть они должны тянуться, тянуться и тянуться. Она просто рвется. Ну, как просто взять и вытереть руки. Ну да, вполне как бы нормально. Но она довольно маленькая. Вот она вылазит. Опять вот она, пожалуйста. Она вылезла с дыркой. Уже. Хотя я, кстати, брала за середину, за краешек. Она уже сама вот просто дырявая.
вот тут тоже. Так, можно сейчас вот так вот уберем. Тут, может быть, будет лучше заметно. Вот дырка, тут дырка, тут дырка. Тут, ну, какая-то потертость. Размер салфетки. Сейчас проверим размер. Где-то 14,5 на, ну, 14, 14 на 14, короче. 14,5 на 14. Через камеру она кажется как будто неровная. Ну, не знаю, вроде ровная. То есть, блин, это довольно маленькая. Та вот, где 180 штук я покупала, там была салфетка, наверное, гораздо побольше. Там реально было вытереть. А тут что-то мне даже на руку-то она плохо помещается. Ну, ароматная такая. Кстати, аромат довольно ярко выраженный. То есть не чуть-чуть, как у тех салфеток, а ярко выраженный. Ну, не знаю, зря, конечно, я купила. Честно, советую не покупать их. Потому что они и рвутся, и они маленькие. Хоть их 200 штук, но они маленькие. Считай, как получится, что вы будете доставать каждый раз вот так вот по 2. И получится, как вы купили за 50 рублей, 55 рублей, получится, что вы купили 100 штук. Проще купить те салфетки, 180 штук, также за 55 рублей. Там они побольше, хотя сейчас я знаю, что вроде бы они поменялись, но не знаю, я делала обзор, покупала, когда этот слух пошел. Они были нормальные тогда еще. Вот честно, не советую брать. Не знаю, ну что там протирать для всей семьи, ну... Протрешь, ну, может быть, она бы не выдержала. Хотя нет, вот, пожалуйста, я один раз протерла. Все, где прочность? Нет прочности, видите, дырки. Вот, пожалуйста, пошли дырки. Один раз вытерла. Как у нас там любят вытирать-то. Все, от нее вообще ничего не осталось. Те салфетки были гораздо лучше, и они дольше. Тут, может быть, то, что вот эти вот такие вот дырочки, поэтому... Если, мне кажется, протереть еще ноги собаки, или протереть здесь что там в дороге... А, нет, в дороге, в офисе, в походе. Ну, в походе, если протереть ей руки, мне кажется, она просто вся разорвется, от нее ничего не останется. Ужасные салфетки, очень плохие. Мне очень не понравилась эта покупка, не советую их брать. Честно, даже я разочарована очень сильно в них. То, что я их взяла, жалко, что просто потратила деньги в никуда. Ну, посмотрим, как они будут в использовании, может быть, и нормально. Вот, влажность их, она, ну, обыкновенная, они просто так, как влажные салфетки, не мокрые. Я свои салфетки все всегда мочу, всегда заливаю туда, прям в эту дырочку заливаю водички, они у меня мокрые всегда. Если они подсыхают, я опять заливаю и смачиваю. И также есть еще ролик спиртовых салфеток, это чисто для рук на улице. Допустим, захотели вы поесть мороженку, и у вас грязные руки, вы просто... Ну, как бы спиртовая салфеточка, вы просто вытираете руки и ешьте, и едите спокойно мороженки. Это отдельный ролик, я оставлю ссылочку в описании. Оставлю ссылку и на те салфетки и обзор, и вот на эти. Как я их делала. Вот. Они прям меня очень спасают на улицах. А это, ну, не знаю, напишите также свой комментарий, покупали ли вы эти салфетки. Напишите свой отзыв, что вы о них думаете, может быть... Мне такая партия досталась, или, может, я слишком жестоко с ними обратилась. Кстати, они блестят. Да, они, кстати, классно блестят. Не знаю, подсохнут они будут блестеть или нет. Не знаю, видно вам. Нет, наверное, через камеру не видно, но они блестят. Прикольно так. Руки не блестят от них, нет. Вот, на сегодня это все. С вами был канал ArtMania. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Также смотрите другие ролики, влоги. Как мы с сыночком живем, отдыхаем, моему сыну 2 года и 2 и 3 месяца.
Также другие обзоры, видеообзоры также на продукты, товары с фикс-прайса, из других магазинов, обзоры на технику, их там тоже довольно много. Так же, как мы занимаемся с ребенком, наши занятия. Мой ребенок изучает алфавит сейчас. И всем пока-пока.